вот некоторые люди говорят, чтобы выучить казахский язык, нужно поехать в определенное место, где разговаривают на казахском, и там пожить хотя бы там несколько месяцев, ты выучишь казахский язык. Я лично считаю это абсолютным бредом, абсолютным бредом. Почему? Потому что как человек, который знает несколько слов, там, рахмет, там, и, там, не знаю, там, еще как-то, какое-то слово, как он поедет в какое-то место и за 2 месяца, за 3 месяца, за 4 месяца выучит казахский язык? Да нифига он там не выучит, нифига он там не выучит, он может быть, несколько слов там выучит. Да, если он проживет там 10 лет, возможно, он что-то там выучит, 5 лет он выучит там что-то, да, если там чисто на казахском, но за 3, за 4 месяца он ничего там не выучит, он выучит только несколько слов и более-менее начнет отличать казахскую речь от каких-то других языков, да. И как он поедет туда, абсолютно не знаю, ни грамматики казахского языка, ни умеет читать, да, на казахском, не понимая, как произносятся определенные звуки. То есть вот если он без вот этой базы, да, и без грамматики, без понимания о том, как слова между собой сочетаются, как предложение строится в казахском языке, да, то, что ударение на последний слог, то, что этот глагол последний ставится, то, что прилагательное перед существительным. Ну, просто вот без этого понимания вообще, как строится конструкция предложения казахского языка, если он поедет в то место, хоть в Шымкент, хоть там в Актау, хоть, не знаю, там, в деревню какую-то там, да, там, на юге Казахстана, хоть куда он поедет, он за 4 месяца, человек, ничего он там не выучит, друзья. Я вот вам честно говорю, как вот он там выучит, если он будет ходить там на курсы, да. Если с ним будет заниматься прям преподаватель целыми днями, да, он выучит, конечно, язык. Но если он просто будет жить, там, ходить там, в магазин, ходить на работу, просто вот жить, он не выучит это. Не выучит он казахский язык. Сколько сейчас русских, сколько украинцев, там, сколько там, не знаю, еще каких-то народов живут в Казахстане среди казахов, среди казахоязычных, среди тех, кто разговаривает на казахском, и они при этом, ну, не говорят на казахском, они не понимают даже казахский язык. Сколько людей таких? Очень много. Поэтому, друзья, чтобы выучить казахский язык, я так считаю, я искренне так считаю, и я уже определенных каких-то моментов, ну, достиг в этом, я с нуля, абсолютного нуля изучаю казахский, я понимаю, что чтобы выучить казахский язык, нужно сначала изучить грамматику казахского языка. И изучив грамматику казахского языка, изучив понимание его отличий, изучив то, как произносятся буквы, ну, буквы еще, ладно, второстепенный момент, но основное это грамматика, чтобы понять, что такое глагол в казахском языке, как он вообще строится, чтобы понять времена казахского. Вот когда поймешь ты времена, прошедшее, настоящее, будущее время, когда ты начнешь отличать прилагательное от существительного, когда ты поймешь, что такое причастие в казахском языке, вот тогда ты еще можешь там что-то изучить, но просто так приехать в какую-то деревню и за 4 месяца ничего абсолютно не знаю, выучить казахский, ну это абсолютный бред. И я искренне считаю, что это просто, вот говорят люди, которые никогда не изучали никакой язык и никогда не сталкивались с изучением нового языка с абсолютного нуля. Я поехал в Казахстан, прожил там полгода, 6 месяцев, и я за это время, с учетом того, что я абсолютно общался именно с казахоязычными, я жил с казахами, да, там, с моими ровесниками, и я за это время выучил несколько матных слов, я выучил за это время несколько глаголов, то есть там айтавер, там айтавершищ, именно казахский вариант, да, там айчищ, там борщищ, там дещищ. Конечно, вот это я, ну, понял, но именно что-то сказать на казахском, что-то рассказать, что-то ответить. Я на самом деле, друзья, без знания грамматики, без именно изучения казахского, да, хотя бы основ, это нужно более там 3-4 лет, там 5 лет проживать там, и то ты будешь опять же это постепенно все изучать, вот. И за полмесяца, за 4 месяца, за 5 месяцев, даже за 6 месяцев ты не выучишь казахский язык, просто живя в Казахстане. Ну это абсолютный, я считаю, бред. Ассаламу алейкум. Меня зовут Артур Нурмухамбет. Я из Саратова, казах по национальности. До 20 лет я не говорил и не понимал по-казахски. Но осознав, что казахский язык для меня необходим, я начал его изучать. Сейчас я хорошо понимаю и уже говорю на казахском. Я также знал, что тысячи людей хотят освоить казахский язык, но не знают, как это сделать. Со временем эти люди отчаиваются,
потому что многие методики и учебники создаются для людей со средним уровнем владения, а большинству людей нужно обучение с нуля. И мы с моим другом Айваром нашли решение этой проблемы, собрав команду единомышленников, в числе которых преподаватели из Казахстана Фараби и Мурат. Вместе с ними мы на протяжении года составляли самый простой самоучитель для начинающих. Самоучитель «Легкий казахский» для тех, кто не знает ничего. Месяц назад он вышел в свет и уже помогает сотням людей эффективно и легко изучать казахский язык. Если вы так же, как и я, хотите освоить казахский язык, то приобретайте наш самоучитель, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Казах тілін үйренейікші.